Денис, большое спасибо за то, что согласились встретиться с РБК и ответить на наши вопросы. Итак, бизнес на производстве сушильного оборудования. Насколько это самостоятельный сегмент на рынке производства металлоконструкций? Вообще, если смотреть то, для кого мы это продаем, то это охрана труда на предприятиях. На любых предприятиях есть охрана труда в том или ином виде. И где-то просто в нее инвестируют больше, где-то меньше. Поэтому, что касается продукции, она востребована, где есть высокий стандарт охраны труда в первую очередь. Расскажите, пожалуйста, об ассортиментной линейке. Что и для кого вы производите? Мы занимаемся производством сушильного оборудования для спецодежды, обуви. Это был наш первый продукт, который начинался с линейки в 5 штук. На сегодняшний день это уже более 60 шкафов. Если говорить вообще линейку в целом, то это больше сотни. Это предприятие нефтегазового сектора, это банки, там нужно сушить инкассаторов. Это детские сады, школы, интернаты. Везде, там, где есть большое количество людей и где есть потребность в сушке спецодежды и обуви. Также мы пошли дальше. 2016 года мы занимаемся производством сушильных шкафов высокотемпературных для лабораторий. 350-400 градусов – это пока наш предел, но в течение 2 лет мы выйдем до 1200 градусов. Вы сказали, что существует шкаф для инкассатора, если я правильно Шкаф для инкассатора, все верно. Вообще, если начинать с инкассации, то это и Сбербанки. Большой объем у нас был для здания ВТБ в Москве, которое строилось. А что, он сушит деньги? Нет, сушит бронежилеты. А чем отличается шкаф для инкассатора от шкафа, например, для обуви? Внутренностями, расположением. Бронежилет инкассатора отличается от спецодежды 4-го климатического пояса. Поэтому в сушильный шкаф для инкассации можно расположить определенным образом большое количество бронежилетов. Угу. То есть все шкафы, по сути, они различаются друг от друга начинкой? Они отличаются начинкой, они различаются размерами, собственно, своим применением. Где-то сушка должна быть быстрой, где-то она может быть медленной, это не необходимость. Шкафы для сушки инкассаторских бронежилетов, они что, мокнут или под дождем постоянно бегают? Инкассаторы, они сидят в машинах, потеют. А, все банально? Все банально, да. Вообще, в принципе, люди потеют. А если говорить о нефтегазовом комплексе, то, например, вот мой любимый пример, да, «Газпром Югорск», 50 тысяч человек, их всех нужно обслуживать, их всех нужно стирать, спецодежда должна быть чистой, сухой. А если это зимнее время, если это 4-й климатический пояс, это подклады, это штаны, это там кто-то одевает подштанники, то есть, ну, тепло, чтобы не замерзнуть, то, конечно, он уже через пару часов вспотеет. Что такое 4-й климатический пояс? Это определенный стандарт по спецодежде, которая предусматривает в себе какие-то комбинезон, куртка. То есть это определенное количество, скажем так, сегментов спецодежды, от которого нельзя уйти. То есть это стандарт. Давайте немного поговорим о этапах сборки сушильного шкафа. Все ли процессы происходят у вас на производстве? Полный ли цикл у вас? С каждым годом мы стараемся цепочку производства полностью контролировать. Не всегда это получается. Процесс производства, даже там, где ты полностью все предусмотрел, он все равно где-то что-то может произойти, где ты не ждешь. Если ты сделал большой склад, то он может у тебя пролежать 9 месяцев, и именно в этот год рынок просядет. Если ты везде все закупил по комплектующим, то обязательно со станком что-то произойдет и так далее. То есть у нас вызовы каждый день, каждую неделю, с которыми мы встречаемся, не говоря уже о рабочих, которые могут просто не выйти на работу.
Вы помните свой первый заказ? Для кого он? Да, конечно. Мы помним его, знаем его, потому что клиент к нам до сих пор приходит. И буквально 2 недели назад в компании «Северспецтранс» он нам позвонил. Приобретал он в 2012 году шкаф. Позвонил он 2 недели назад и спросил, что происходит. У меня шкаф дребезжит. Ну, за 8 лет у него набралась пыль. Мы подсказали, что сделать, технические специалисты. Собственно, у него продолжает работать продукция. Вам нужно было назвать предприятие «Бешеная сушка». «Бешеная сушка»? Не думали об этом? У нас есть такая опция, почти так и называется, «Сушка за 1 час». Ваши крупные партнеры, крупные заказчики, с какими городами работаете? Так как продукция в любом случае дорогостоящая, то она ориентирована на крупные производства, на корпорации. И бывает, конечно, детские сады, школы приходят, но редко, потому что они выбирают более дешевые продукты. Все-таки у них бюджеты немножко другие. Компании, там, которые добывают лес или добывают нефть, у них другие бюджеты, они могут себе позволить импортное оборудование, и когда смотрят, что есть мы, а мы старались всегда брать за пример именно европейское оборудование, мы очень похожи на Европу. Поэтому выбирают, и это, в принципе, основной наш клиент, крупные корпорации. А города какие? Абсолютно все города России, где представлены крупные предприятия. За 8 лет работы, я думаю, что, наверное, наше оборудование стоит на каждом втором предприятии. Ну, действительно так. А сколько стоит стандартный, самый простой сушильный шкаф? В среднем это 80 тысяч рублей. А здесь самый дорогостоящий материал, из которого он изготовлен, или начинка? Наверное, самый дорогостоящий – это металл. Какие это металлы преимущественно? Ну, это сталь. Это сталь, не золото. Если возвращаться к хитам продаж, вы можете назвать 3 самых продаваемых сушильных шкафа? Это Dion C-Blab, лабораторные шкафы, это сушильные шкафы для специалистов, это Dion Pro стандарт. А они все для одежды? Нет, мы если по категориям разделим, то это лабораторные шкафы и для спецодежды. Что ж, большое спасибо, Денис, за интервью для РБК, и спасибо, что встретились с нами. И желаем вам масштабирования и процветания вашему бизнесу. Спасибо вам большое. Спасибо. Кто улыбается в камеру? Кто в камеру улыбается?